Ну что, друзья, всем привет. Вот я наконец-то опять выбрался в лес. Хоть погулять, свежим воздухом подышать. Вот. Собираю чагу опять. Вот тут вот неплохая. Там тоже ничешная. А там вдали, не знаю, то ли чага, то ли не чага, непонятно. Ну, эти срублю, туда пойду. Да, он туда еще не заходил. На улице у нас тепло. Ветерок, конечно, но это фигня. Градуса 4, по-моему, всего 4-5 минуса. Морозы ушли. Пришел февраль. Уже пол февраля прошло, правда. Ну, короче, сегодня так маленько поснимаю. Долго не буду затягивать, так. Маленько походим, погуляем, свежим воздухом подышим и домой. Вон там еще, по-моему. Ага. Вроде чага. Да, сразу дойду. Посмотрим, что там. О, а тут ничего так, тоже наросло. О, да тут вообще отлично наросло. Раз и два. Круто, чага есть. Будем собирать, что есть. Ну вот, которую говорил, вроде чага. Вот она и есть чага. Это кап. Вон маленькая вылазит. Сейчас эту срубаю. И уже к мотособаке. С четырех березок сейчас. Пол рюкзака, чуть больше. Уже пол рюкзака есть, сейчас эту закину. Тоже килограмм на 5 выйдет, наверное. Ладно, работаем. Ну вот, на второй круг, на второй заход пошел. Вот первая попалась. И вот тут вторая. Ну тут маленькая, конечно. Ну что, все равно заберу. О, а там еще одну вижу, маленькую. Пусть растет. Фу. Да, и это, наверное, пусть растет. Кого тут 300 грамм кусочек? Неинтересно. Ой, блин, на лыжах что-то как-то непривычно еще, блин, ходить. Сейчас он поднимался кое-как. Фух, вспотел весь. Ладно, чё, рубим вот эту и идем дальше. Вот такой вот экземплярчик попался. Нормальный так нарост. И здесь еще. Ништяк. Ну вот, еще немножко чаги нашел. Вот такая вот. Еще килограммчика 3-4. Ну и все, там к мотособаке подхожу. Наверное, кушаю и куда-нибудь поеду дальше. Можно тут еще маленько прогуляться. Ну да, наверное, здесь пробегу сейчас еще. И куда-нибудь переезжаю. Ну вот, пока столько чаги набрал. Посмотрим. Сейчас маленько вперед проеду. Тут еще пройдусь. Там я был в прошлый раз.
Здесь маленечко проедусь. И куда-нибудь в другое место надо. Здесь уже закончилась тяга. Все, что, в принципе, нормально. Больше мешка уже. Ну, один, если даже битком-битком. Ну, килограмм 35-то есть уже. Вот. Красота. Приехал. Как ее теперь оттуда доставать? Пипец. Жесть. И смешно, и не смешно, блин. Ладно. Будем доставать что. Ну вот, сменил локацию. И он сразу сходу только остановился. Вижу тягу. Причем нормального размера вроде как. Килограмма 3-то будет. Должна еще быть. Не может она тут одна быть. Ну, конечно, всякое бывает. Вот она какая. Ну да, килограммчика 3-то вытянет по-любому. Хорошая. Рядом пока не вижу. Ну, сейчас погуляю. Ну, вон еще что-то растет. Эту рубили. Да, рубили. Давненько, правда. Ну, уже как видно, наросло. Нормально так наросло. Вот, забираю. Вон тоже тяга. И на той березе, и на этой. Но небольшие. По килограмму-то есть, конечно. Особенно вот тут, вот, наверное, даже больше. Ну, во-первых, они очень толстые. А во-вторых, пусть дальше растет. Вон там. Впереди еще вижу. Сейчас дойду. Посмотрим, что там. Ну вот, тут уже и березка потоньше, и тяга покрупнее. Вон там тяга нормальная впереди, но вам не видно. Вот раз, вот там по прямой. Не знаю, видно, не видно вам. Короче, там два, ну и вон там, скорее всего, три. Вроде тяга. Забираем. Ну вот и все, сейчас вон последнюю срубаю и на выход. Здесь вот стоит мотособака. Домой поеду потихоньку. Фух. Ноги устали. С непривычки. Это в этом году всего-то третий раз за тягой поехал. Фух. Устал. Морально нет, а физически да. Дома сидишь. Морально как-то высаживает, что ты сидишь, под ног леешь, там всякой фигней занимаешься. А в лесу физическая. Смена деятельности, лучший отдых. Ладно. Забираю, загружаюсь и погнал. Ну все, загрузился, и тут такой, прихожу к кому-то собаке. Хватит, у меня мешка-то одного нету. Я его просто сверху тогда из этого...
из канавы, когда вытаскивал, просто сверху бросил. Этой резинкой не пристегнул, он у меня где-то выпал по дороге. Сейчас поеду обратно искать, где он у меня. Сейчас развернусь и обратно. Хотел новую дорогу прокатать, но, блин, придется по старой ехать. Вот и потеряшка. На повороте выпал, видимо. Сейчас его закрепим и дальше поедем. Опять еду домой, ночью уже и туман опять. Что за фигня, зимой туман? Непонятно, блин. Ну, короче, вчера приехал, разгружаться было лень, вечером, ночью уже. Вот вчерашний результат. 61 килограмм. Не густо, но не пусто. Правда, с ценой что-то пока вообще непонятно. Все еще ждем у моря погоды. Вот. Ну ладно, что. Всем удачи. Всем продуктивных сборов. Пока-пока.